Всем привет! Всем привет! Мы собираемся на дачу. Да, наша собака с ума сходит. Где она? Она далеко убежала. Она побежала за мамой. Тут выпал такой свеженький снег. Так красиво. Да, так классно. И мы хотим покататься на сноуборде. Если будет снег хороший, то... Ну, снег здесь хороший. Если на даче хороший, то мы привяжемся к машине и будем кататься. Стараемся. Сейчас идем отправлять посылки. Это две в Россию. Видите, у нас доставка будущего. Да. То есть она придет в будущем, через пару месяцев. Да не через пару месяцев. В общем, у нас две в Россию. Одну мы отправили в город Днепр, а все остальные тут по месту, и мы сами их развезем. И у нас такой снежок, смотрите. Да, так красивенько. Я ничего не вижу, у меня глаза закрыты. Даже что она прям в глаза падает. Да. А еще... Мы не смогли без влога. Представляете, мы наркоманы уже какие-то. А еще мы хотим закончить наше видео. У нас еще фейловое видео должно выйти. И еще должно выйти видео про советы с Барселоны. Советы путешественникам, кто едет в Барселону. Вот так. Все, мы вышли с почты, отправили. Нам сказали, что примерно через 2 недели должно быть. Может и раньше. Конечно. Вот. Да. То, о чем мы мечтали, это кусок большой, жирный, мясо. Я сейчас вам кое-кого покажу. Смотрите, это наш кот. Наглый, наглый кот. Фунтик, Фунтик. Фунтик. Как дела, Фунтик? Фунтик. Такой пузатик. Ой, ты бойся. Как тебе тяжело переворачивается. Конечно, такой пузёк. Да, Китюня. Китюня. Видели, какой котяра? Какой красивый. Фунтик. Фунтик, ну скажи что-то. Скажи всем привет. Не очень хочет быть у меня на руках, поэтому я его отпущу. Мы на даче. Наш второй дом. Да нет, какой это по счету наш дом? Не будем считать, в общем. Да, и мы решили, что здесь мы снимаем немного, и мы не хотим выпускать видео по 2-3 минуты. Поэтому мы решили, что просто все эти 2 дня, которые мы будем здесь на даче, мы сделаем как один. Вот, и выпустим его в понедельник. Я в военной форме. Катя тоже. Это как мы выглядим на даче. Блогеры на даче. Та-дам! Зачем ты палишь в деревню? Я знаю. Ты всех ненавидишь, да, здесь? Я так и понял сразу.
сейчас я вам покажу то, о чем я мечтала. Домашние варенички с капустой. Это мы лепили с бабушкой и с мамой. И здесь есть какой-то один с лимоном. Кому-то попадется такое счастье. У нас здесь так прохладненько. Нет, не открывай. Вот Катя кричит, чтобы я не открывал. Потому что сейчас будет холодно. Но не открывай. Как тебе холод? Хочется в Барселону в тепло? Не знаю. Но холод это прикольно, когда одеваешься, тепло, то нормально. Все. Когда не одеваешься, тепло, то ненормально. Когда Дима дверь открывает, ненормально. Знаете, что больше всего раздражает зимой? Это то, что нужно очень много одежды на себя напялить, чтобы сделать какую-то элементарную вещь, типа выгулять собаку или сходить в магазин за конфетой. И нужно одевать очень долго сапоги, носки, штаны, подштанники, свитер, майку, пальто, шарф, шапку, перчатки. И все, выходишь. А потом также это все снимать. Сейчас мы будем заниматься фигней, но самой настоящей. Мы будем привязываться к машине и подниматься вверх на сноуборде. Мы уже приехали домой, и скоро мы станем настоящими цивилизованными людьми, перестанем быть дачниками. Сейчас я буду готовить одну штуку, это испанский чуррос. Это десерт. В общем, это очень простой рецепт, я вам покажу сейчас. То, что нам нужно, это в сотейнике соединить 450 мл воды и 60 грамм оливкового масла. Двадцать пять грамм муки, 40 грамм сахара и щепотка соли. Кстати, у меня нету кондитерского мешочка. Я купила себе когда-то очень дешевый шприц кондитерский, и там были такие насадочки, поэтому я сейчас вам покажу, как я справляюсь с этой проблемой, когда мне нужен настоящий кондитерский мешок.
масло с водой закипело, нужно влить это все в нашу смесь. Теперь это нужно переместить в наш кондитерский мешок. Нашу смесь в кондитерском мешочке нужно убрать в холодильник на 30 минут где-то, чтобы она немножко застыла, а потом будем жарить. Все, прошло 40 минут. Мое тесто немножко застыло, сейчас я буду жарить. Уже нагрела масло, на электрической плите я поставила на 7. Нагрела, и сейчас будем жарить. Вот мои чурросы жарятся. К сожалению, у меня не получилось сделать их красивой формы, которые они должны быть. У меня получаются такие маленькие рогалики, совсем некрасивые. Но суть остается той же. И единственное, что у меня просто получилось слишком жидкое тесто, то есть нужно меньше воды добавлять туда или больше муки. Вот такие чурросы у меня получились. Хоть и не идеальная форма, но все равно вкусные. Мы уже засыпаем, поэтому будем идти ложиться спать, возвращаться к нашему обычному режиму, будем выпускать видео каждый день. Всем хорошего дня, всем до завтра и всем пока-пока.